Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер вновь отверг обвинения в сговоре между штабом американского лидера и Россией. «Я хочу дать понять, что я не вступал в сговор с Россией, и я не знаю никого в предвыборном штабе Трампа, кто бы был замешан в чем-то подобном», рассказал он журналистам после закрытых слушаний в Сенатском комитете по разведке. Еще перед дачей показаний Кушнер заявил, что с представителями России во время президентской кампании Дональда Трампа он контактировал 4 раза. Но эти встречи были малозначительными, причем никакого финансирования от представителей России он не получал. Напомним, в мае этого года американские СМИ сообщили, что якобы Кушнер обсуждал с послом России в США Сергеем Кисляком возможность использования защищенного канала дипсвязи, чтобы окружение Трампа могло поддерживать контакты с Москвой, не опасаясь прослушки. В связи с этим ряд конгрессменов потребовал от Кушнера объяснений. I did not collude with Russia. Ни я, ни кто-то другой из предвыборной кампании не сотрудничал с каким-либо иностранным государством. У меня не было никаких ненадлежащих контактов. Я не полагался на российские фонды, а не моего частного бизнеса.